Дорогие друзья, я приветствую вас на канале Вязание и Я. Меня зовут Юлия. Сегодня у нас с вами будет мастер-класс по вязанию вот такой шапки, как вы видите сейчас на экране. Шапка универсальная, подойдет как для детей, так и для мужчин, для женщин. Она двухслойная. У меня связана шапка на размер 54-55 сантиметров. Как рассчитать на другой размер, вся информация будет в мастер-классе. Сейчас я хочу снять замеры готового изделия, прошедшего влажную обработку. Тепловой обработки не было, здесь она ни к чему, а влажная обработка проведена, шапка высушена. Очень хорошая пряжа. После стирки, видите, немножечко она выбила пушок и немножечко раскрылась. Очень мягкая, приятная. Когда я ее вязала, если вы будете работать этой же пряжей, обратите внимание, в момент вязания размеры шапки были совсем другие, и она моему ребенку была очень тугая на голове. Я бы сказала, что она была ему мала, но я знала, что, как себя ведет пряжа после стирки, поэтому я продолжила вязать на эти размеры, и я абсолютно не ошиблась. Давайте замерим шапку, вот по низу, да, ширина 24 сантиметра. Длина шапочки 23 сантиметра, макушка вывязана. Если бы я еще нашла первую убавку, наверное, вот на этом уровне 5 сантиметров. Размеры, которые были в процессе работы, также есть в мастер-классе. Друзья, кто заинтересовался, приглашаю всех к столу. Друзья, в первую очередь информация о пряже, которой я буду работать. Это пряжа ручного крошения от фирмы Газал Юникорн. В 100 граммах 197 метров. Это состав 100% супервош мерино вул. 100% мериносовая шерсть. Цвет моей пряжи 13-36. Производитель рекомендует спицы номер 6. Но я буду работать иными размерами. Пряжа имеет скрутку ровничного типа. И она окрашена секционно. Секции здесь достаточно длинные. Прежде чем мы приступим к работе, мы должны связать с вами образец и высчитать свою плотность по горизонтали. Образец у меня выстиран, высушен полностью. В моем случае плотность по горизонтали я измеряю по резинке 1 на 1. Спицами связано номер 3,25. А верх образца связан на спицах номер 4, но я буду применять спицы 3,75 для вязания верхней части своей шапочки. А резинка 1 на 1 это будет внутренний слой моей шапочки. Так вот, плотность по горизонтали в резинке 1 на 1 у меня 2,45 петли в 1 сантиметре. Далее нам необходимо произвести с вами расчет, исходя из наших мерок. Друзья, я буду вязать шапку на обхват головы 54 сантиметра. Мне необходимо, чтобы шапка плотно облегала голову. Я вяжу на ребенка. Поэтому от 54 сантиметров я отнимаю 20%. Если бы я хотела, чтобы шапочка моя была более свободна на моей голове или на голове того, кому я вяжу, я бы отняла 15%. Но для ребенка я отнимаю 20%. У меня остается 43 сантиметра. 43 сантиметра я умножаю на плотность по горизонтали в 1 сантиметре и получаю 106 петель плюс 1 петля для смыкания в круг. Итого первичный набор 107 петель. Друзья, бросовой нитью с помощью крючка я сейчас на спице основного размера, у меня спицы 3,25, для внутренней части шапочки буду набирать необходимое мне количество петель. Для начала я делаю первую петелечку. Увожу рабочую нить за спицу, спица у меня в левой руке. Крючок перед спицей, подхват рабочей нити, вывожу петлю в петлю, имеющуюся на крючке. Вновь увожу рабочую нить за спицу, подхватываю рабочую нить, вывожу петлю в петлю, имеющуюся на крючке. Таким образом я набираю количество петель, необходимое мне, плюс 1 петля для смыкания в круг. После того, как я набрала необходимое мне количество петель, я сделаю несколько воздушных петель для того, чтобы можно было быстро сориентироваться, с какой стороны мне выплетать бросовую нить. Именно с этой стороны, где у меня будет вот этот вот хвостик, я буду выплетать бросовую нить. Теперь я присоединяю основную нить и провязываю один ряд резинкой 1 на 1.
После этого сомкну в круг. Друзья, провязала один ряд и объединяю вязание в круг. Для этого первую петлю с левой спицы я переснимаю на правую. Вторую петлю с правой спицы я набрасываю на первую. Вот так. Подтягиваю. У меня не зафиксирована рабочая нить. И продолжаю вязать резинкой 1 на 1 нужную мне длину моей шапки. Это тулья. В длину выбирать, конечно, можно индивидуально. Или по снятым меркам, или, если вы хотите удлиненную, углубленную шапочку с высокой макушкой, или типа бинни, то есть вы варьируете длину, необходимую вам самостоятельно. В том числе, возможно, вы хотите сделать однослойную шапку с отворотом. То есть это все индивидуально. Друзья, я вывязала необходимую мне высоту тульи. Чем руководствуюсь я? Я обхват головы делю на 4 части и получаю нужную мне высоту. Это в том случае, когда шапочка вяжется по голове. Если нужно вдруг повыше, можно обхват головы разделить на 3. При этом смотрите, пожалуйста, внимательно. Мы не меряем вот таким. Мне нужно 14 сантиметров для моего обхвата головы, деленного на 4. Мы не вот таким образом замеряем. Видите, если я замеряю, у меня получается почти 16 сантиметров. Замерять необходимо в растянутом состоянии. Далее, обращаю ваше внимание, что сейчас в данный момент шапочка кажется очень маленькой. Ее размеры составляют, вот если замерить, 16,5 сантиметров. Но на самом деле это вяжется на размер 54-55 сантиметров. Она очень хорошо тянется и замечательно держит резинку. В данный момент я перехожу к формированию макушки. Что я делаю для этого в первую очередь? Я должна выделить 4 зоны. Я вам сейчас нарисую, покажу. Итак, смотрите, друзья. У меня всего 106 петель на спицах. Мне необходимо сейчас разделить шапку на 4 зоны. Каждую из зон будут разделять дорожки. Я выбираю для себя дорожку из 3 петель. Каждую дорожку из 3 петель. Из 106 петель общее количество я вычитаю 4 раза по 3 петли. Вот они, вот эти вот петли. У меня получается 94 петли. Важно, чтобы была симметрия в шапке. Что я имею в виду? Смотрите, пожалуйста, я уже установила маркеры. Вот они первые 3 петли. Вот эти вот 3 петли. Начинается лицевая, изнаночная, лицевая. Далее 20, я сейчас скажу о количестве петель. Смотрите, следующая петля в клине у меня начинается с изнаночной. Соответственно, изнаночной петлей должно закончиться клин. Вот он, один. Вновь у меня лицевая, изнаночная, лицевая. Это дорожка. Начинаем с изнаночной, клин должны закончить с изнаночной. То есть я говорю о вот этой симметрии, что должны перед моими дорожками идти изнаночные петли. Количество петель в клине у меня должно быть нечетным для этого. Для того, чтобы с одной стороны была изнаночная и с другой стороны была изнаночная. Всего будет 4 клина. Вот смотрите, у меня 94 петли остается на спицах, когда мы вычитаем вот эти вот 4 мои дорожки. Я делю 94 петли на 4 зоны. Получается 23,5. Я уже сказала, что количество петель должно быть нечетным. То есть я могла бы распределить на 23, 23, 24 и 24. Но у меня тогда не будет симметрии из изнаночных петель. Мне этого не нужно. Поэтому я 3 зоны делаю по 23 петли, а заднюю сторону шапочки делаю из 25 петель. И первое сокращение я проведу именно в этом клине, чтобы уравновесить количество петель в других клиньях. Смотрите, пожалуйста, что у меня в итоге на спицах. Вот они 3 петли дорожка, 23 петли, 3 петли дорожка, 23 петли, 3 петли дорожка. Третий клин 23 петли, 3 петли дорожка и 1 петлю из 25, вот из этой группы, я сейчас сокращу, вводя в клин вот таким образом, чтобы у меня была лицевая петля вот здесь. А сюда установила маркер, получается,
не на 3 петли, а на 4 петли, видите? А здесь у меня осталось 24 петли. При этом, смотрите, у меня начало будет идти с лицевой петли. Мне нужна изнаночная, поэтому второе сокращение я сделаю вот здесь, сделая изнаночной петлей, первую после маркера. Таким образом, начинаем с вами вязать. Вяжем без убавок все петли. Когда я дойду до четвертой дорожки моей, я с вами встречусь. Я довязала до четвертой дорожки, переснимаю маркер, провязываю лицевую, изнаночную, переворачиваю петельку левой стенкой к себе и провязываю 2 вместе со следующей изнаночной петлей лицевой. В дальнейшем я петли в моих дорожках не трогаю, так они у меня и будут вязаться по 3 петли. А убавки я буду делать перед дорожкой, после дорожки. И так в каждой дорожке. Я, конечно, вам все покажу. Следующее, смотрите, следующее убавление у меня идет после маркера. Я должна сделать изнаночной петлей. Я провязываю 2 петли вместе изнаночной. Первые 2 петельки. Все. Вот эти вот 2 петли, которые я здесь сократила, они совершенно не будут кидаться в глаза, и это не испортит в целом изделие. Но теперь у меня равное количество петель в каждом клине. Следующий ряд я провяжу без изменений, для того, чтобы у меня вот здесь не было резкого порога при убавках. А через один ряд мы с вами встретимся, я покажу, каким образом я буду производить убавки и расскажу, с каким ритмом я это буду делать. Друзья, я провязала один ряд, и с этого ряда я буду производить убавки. Сразу говорю о ритме убавок. Я буду убавлять в каждом втором ряду. То есть в одном убавляем, следующий провязываем без изменений. Убавки я буду производить в клиньях. Вот эти, которые у меня по 23 петли. В начале клина и в конце клина. В начале клина, в конце клина. Важно соблюдать наклоны. Все убавки у нас должны смотреть на дорожку. То есть в начале клина, вот здесь, видите, маркер у меня с правой стороны, я произвожу убавку с наклоном вправо. В конце клина я произвожу убавку с наклоном влево. То есть вот так будет смотреть на дорожку. Вновь убавка с наклоном вправо, далее с наклоном влево. Смотрят убавки на наши маркеры. Убавляю я, провязывая по 2 петли вместе той петлей, которая у меня идет следующая. То есть сейчас я провязываю 3 петли клина, лицевая, изнаночная, лицевая. Переснимаю маркер, первая убавка. У меня идет лицевая петля. Видите, изнаночная, лицевая следующая. Значит, я провязываю 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки. Вяжу петли клина, не довязывая 2 петель до маркера. Не довязаны 2 петли. Я должна провязать 2 вместе лицевой, потому что у меня лицевая останется с наклоном влево. Для этого я разворачиваю первую петлю левой стенкой к себе, чтобы она у меня была не перекручена, и провязываю вместе с изнаночной лицевой. Вот таким образом. Далее вновь клин. Лицевая, изнаночная, лицевая. Переснимаю маркер, провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевой за передние стенки. То есть мы смотрим с вами, какая петля идет следующая. Той петлей мы и работаем. Или вот здесь, в конце клина, мы смотрим на предшествующую петлю, не на петлю, которая находится у маркера, а на предшествующую. Вот той петлей мы и провязываем. В данном случае полностью все прибавки в этом ряду у меня будут провязываться по 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо и влево соответственно. Следующий ряд я провязываю без изменений. А вот убавка во втором ряду у меня уже будет провязываться изнаночной. Смотрите, вот на клин. Первая идет лицевая, вторая изнаночная. Значит, провязываю 2 вместе изнаночной. То же самое вот здесь будет провязываться. Сейчас у меня здесь лицевая, да, станет крайней. Будет провязываться изнаночной петлей во втором ряду. Потом вновь 2 вместе лицевой, а потом 2 вместе изнаночной. Но в каждом втором ряду.
Я покажу вам, как делаются наклоны с изнаночными петлями. Обязательно встречусь с вами. А сейчас я делаю 2 петли вместе с наклоном влево за задние стенки. Провязываю петли дорожки. Лицевая. Переснимаю маркер. 2 петли вместе с наклоном вправо за передние стенки. Вяжем до конца клина. И, не довязывая 2 петель до маркера, провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Друзья, думаю, этот момент вам понятен. Мы встретимся с вами через один ряд, когда будем делать убавки изнаночной петлей. Так, друзья, вторая убавка. Я провязала 3 петли своей дорожки. И теперь я буду делать убавку изнаночной петлей. Я в начале клина разворачиваю лицевую петлю и изнаночную петлю правой стенкой к себе, правой, лицевая правой, и делаю, провязываю 2 петли вместе изнаночной за передние стенки. Вяжу петли клина, не довязывая 2 петель до маркера. То есть у нас получается в каждом втором ряду в клине, в каждом клине убавляется по 2 петли. Не довязали 2 петли до маркера, разворачиваю изнаночную петлю правой стенкой к себе и провязываю 2 петли вместе изнаночной. Переснимаю маркер, лицевая, изнаночная, лицевая. Переснимаю маркер, разворачиваю изнаночную петлю и лицевую петлю правой стенкой к себе, провязываю 2 вместе изнаночной. И двигаюсь к маркеру, не довязывая 2 петель. Не довязано 2 петли до маркера. Вновь разворачиваем правой стенкой к себе. И провязываем за передние стеночки 2 вместе изнаночной. Друзья, следующий ряд без изменений. А во втором ряду убавки по 2 петли вместе лицевой. Сохраняя наклоны таким образом, как я вам сказала. Продолжаем работу самостоятельно. Это первая часть моих убавок, которые мы делаем в каждом втором ряду. Будет вторая часть убавок, которые сформируют нам саму макушечку. Они будут производиться в каждом ряду. Я обязательно расскажу, на каком этапе я это буду делать. Друзья, я только что провязала ряд с очередной убавкой. Вот, видите, у меня было провязано 2 вместе. У меня в клине осталось по 5 петель. Вот клин, 5 петель. 3 петли дорожка с одной стороны, 3 петли дорожка с другой стороны и так далее. В каждом клине осталось по 5 петель. Я сейчас не буду провязывать выравнивающий ряд, то есть ряд, закрепляющий результат. Да? Если мы делали убавки в каждом втором ряду, то у нас шло убавка, следующий ряд без изменений, убавка без изменений. Сейчас я должна, по идее, начать вязать ряд без изменений, закрепляя полученный результат после убавки. Но с этого этапа я перехожу на вторую часть убавок, где я буду производить убавки в каждом ряду. Таким же способом, как я и производила изначально, я убавляю в каждом ряду по 2 петли в начале клина, провязывая вместе, и в конце клина. Дорожки я пока не трогаю, я вяжу также их из 3 петель. Начало ряда у меня изнаночная вторая, значит, я провязываю 2 вместе изнаночной, переворачивая петельки правой стенкой к себе. Провязываю 2 вместе изнаночной, лицевая, 2 вместе изнаночной. 3 петли в клине остается. Клин, дорожку провязываю, прошу прощения, из 3 петель. Вновь 2 вместе изнаночной. Разворачиваю петли правой стенкой, провязываю 2 вместе изнаночной. Лицевая. Разворачиваю петельку, провязываю 2 вместе изнаночной. Следующий ряд я буду провязывать в каждом клине 3 петли вместе. То есть мы с вами встретимся в следующем ряду. Я нахожусь в начале следующего ряда, провязываю дорожку из 3 петель, лицевая, изнаночная, лицевая. Переснимаю маркер и провязываю в каждом клине 3 петли вместе с центральной лицевой. Для этого я переснимаю 2 петли непровязанными, провязываю
лицевую. Она была изнаночная, я провязала лицевой и продеваю провязанную петлю в 2 переснятые. Вот, таким образом у меня лицевая петля сверху. Переснимаю маркер, 3 петли дорожка. Переснимаю маркер, вновь 3 петли вместе в клине. Завожу спицу слева направо, переснимаю 2 петли, провязываю лицевую петлю и продеваю ее в 2 переснятые петельки. Таким образом, в каждом клине у меня остается по одной петле. И мы с вами встретимся в следующем ряду. Друзья, сейчас мы с вами провяжем заключительный ряд с убавками. Убавки я теперь буду производить в каждой дорожке, провязывая по 3 петли вместе лицевой. Завожу спицу слева направо в третью петлю и провязываю 3 петли вместе лицевой. Маркер можно уже убрать, он уже не нужен. Лицевая, которая из клина, переснимаю маркер, провязываю 3 петли вместе лицевой. Это дорожка. Так, у меня расслоилась петелечка. 3 петли вместе, заводя спицу слева направо. Маркер убираем. 1 петля из клина. Маркер убираем. 3 петли вместе лицевой. Не очень удобно уже работать на двух спицах, потому что петель остается меньше и меньше. Следующую петлю провязываем лицевой. Это петля из клина. Я завершу с вами работу вместе. Лицевая, убираем маркер, провязываем 3 петли вместе лицевой. Так, сейчас секундочку, затянутые у меня петелечки, тугое вязание, 3 петли вместе лицевой, убираем маркер и провязываем последнюю петельку лицевой. Итого у меня осталось на спицах 8 петель в работе. Сейчас я беру иглу, рабочую нить обрезаю. Вдеваю нить в иглу. И все петли со спиц я переодеваю на иголку. Раз, два, три, четыре, пять. Снимаю петли на нить рабочую. И последние 3 петельки. Главное переснимать петли так, как они идут по порядку. 2, 3. Вытаскиваем и затягиваем ниточку. Вот, видите, у нас получилось вот такое кругленькое отверстие. Вот это у меня будет лицевая сторона шапки. То есть сверху у меня будет еще одна шапка вязаться, да? И вот это у меня будет вывернуто вот таким образом. То есть я начну работу изнаночной стороной к себе. Вот видите, если шапку вязать однослойную, вот посмотрите, так смотрится с изнаночной стороны клинья, вот так макушки, тоже очень красиво, очень. Смотрите, давайте вот так покажу вам. Вот видите. А вот так давайте покажу вам с лицевой стороны. Сейчас ниточка у меня еще не зафиксирована. Вот смотрите, видите? В растянутом состоянии макушечка. Вот. Вот так. То есть, смотрите, у меня вот это будет внутренняя часть шапки.
изнаночной стороной к себе, лицевая сторона у нас становится внутренней частью шапки. Соответственно, я должна рабочую нить с лицевой стороны вывести вот сюда, на изнаночную сторону. У меня соскочила с иглы, смотрите. Вот в это кольцо, которое у нас получилось, я продеваю иголочку, вывожу на изнаночную сторону, вот сюда. И зафиксирую, просто подхвачу любую петельку, можно даже две дольки петельки. И вот так, раз. Рабочую нить я пока обрезать не буду. Она мне пригодится, когда у меня будет готова вторая часть. Оставляю пока так. Далее, что я делаю? Я сейчас открываю петли, снимаю бросовую нить. Покажу сейчас, каким образом я это буду делать. Друзья, вы помните, что я оставляла хвостик. Вот этот хвостик я сейчас обрезаю. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Подхватываю первую петелечку. Здесь важно ее не потерять. Вот она. Освобождаю кончики. Помещаю петлю на спицу. Тяну за рабочую нить. И распускаю. Так, сейчас, секундочку. У меня ниточка запуталась. Сейчас. Вот. Подхватываю петельку. В общем, тянем за ниточку. Помещаем петельку на спицу. И косичка распускается. Друзья, все петли у меня помещены на спицу. Передо мной, перед глазами, вот так, это изнаночная сторона первой шапки. Вот это внутренняя часть, это лицевая сторона шапки. Я присоединяю рабочую нить. Смотрите, я сейчас буду работать, вот эта внутренняя часть у меня будет продолжать оставаться лицевой стороной. То есть, когда я отверну шапку, у меня лицевая сторона пойдет здесь. Значит, что я делаю для этого? В первую очередь, не меняя номер спиц, я провязываю один ряд изнаночными петлями. То есть, изнаночная полоса у нас формируется по изнаночной, по внутренней части нашей шапки. Это изнаночная дорожка даст нам фиксированный подгиб. Благодаря ей вот таким образом легко будет формироваться отворот шапки, да, отворот или вторая часть, фиксированный подгиб. Провязываю полностью ряд изнаночными петлями и перехожу на спицы на пол размера больше. То есть, если я вяжу полотно спицами 3,25, то я беру спицы 3,75 в работу. Друзья, я провязала один ряд изнаночными петлями, поменяла номер спиц на номер 3,75. И сейчас я приступаю к вязанию основного узора. Раппорт узора кратен 2 петлям и 4 рядам. Вяжется он очень просто. Первые два ряда провязываются лицевой гладью. Вяжем самостоятельно все петли лицевые 2 ряда. Я провязала 2 ряда лицевой гладью. Третий ряд раппорта узора. Лицевая. Одну петлю снимаем, нить за работой. Лицевая, снять, нить за работой. Лицевая, снять. Лицевая, снять. И таким образом до конца ряда. Лицевая, снять. Друзья, при этом очень важно третий и четвертый ряд раппорта узора не затягивать вот эти протяжки, образующиеся при снятии петли. Они должны идти абсолютно свободно. Видите, я ни в коем случае не затягиваю. Если вы затянете, у вас скукожится полотно. Не затягиваем. Держим рабочую нить в этот момент свободно. Друзья, четвертый ряд раппорта узора. Та петля, которая у нас была провязана лицевой, мы провязываем ее изнаночной. Лицевую, которую мы снимали, также снимаем нить за работой. Лицевую провязываем изнаночной провязанную петлю, снятую снимаем нить за работой. Изнаночная, снятую снимаем нить за работой. Изнаночная, снимаем нить за работой.
изнаночная снять, изнаночная снять. Далее мы повторяем, начиная с первого ряда. Провязываем 2 ряда лицевой гладью и вновь повторяем 3 и 4 ряд. Таким образом, я вяжу тулью необходимой мне длины. При этом длина тульи верхней шапочки должна быть незначительно, но длиннее тульи внутренней шапочки. В районе 1 сантиметра должна быть разница. Друзья, я вывязала нужную мне длину тульи. Обратите внимание, вот он маркер у меня стоит, вот он, который обозначает первую убавку для макушки, именно убавку по 4 клиньям. Не там, где я выравнивала количество петель в клинье, а первая убавка по 4 клиньям. И вот смотрите, если сложить вот к маркеру, смотрите, полотно. Видите, я провязала буквально на 1 сантиметр длиннее тулью. Теперь, друзья, я приступаю к вывязыванию макушки. Я установила маркеры точно так же, как устанавливала на первой части. 3 петли. При этом, смотрите, пожалуйста, 3 петли у меня идут. Это 2 лицевые снятые края этой дорожки. Если у вас начинается вот с этой петли ряд, у меня начинался с этой, я просто эту петлю пересняла на правую спицу. И далее вот у меня первая дорожка из 3 петель, 23 петли, дорожка из 3 петель, внимание, дорожки с вытянутыми петлями, начинается с изнаночной, да, 23 петли, третья дорожка, 23 петли, следующая дорожка из 4 петель, я здесь сделаю сокращение, и 24 петли, 4 клин. Здесь я тоже сделаю сокращение в начале ряда. Буду делать сокращение, соблюдая узор. Следующие 2 ряда по узору у меня идут лицевой гладью. В этом ряду я сейчас выровняю количество петель. То есть сокращу одну петлю в дорожке из 4 петель. И следующую петлю после маркера провяжу 2 вместе лицевой здесь, 2 вместе лицевой здесь. Далее один выравнивающий ряд без убавок. И после этого я начинаю делать убавки. Но внимание, друзья, у меня плотность вот этого узора по вертикали иначе отличается сильно от плотности резинки 1 на 1. Количество рядов вот здесь в 1 сантиметре у меня больше, чем количество рядов в резинке 1 на 1. Поэтому первые 3 сокращения в макушке, в клиньях, когда я буду делать сокращения в каждом клине, я буду делать 1 раз в 3 ряда, не в каждом втором, а в каждом третьем. То есть я убавляю с 2 сторон клина, 2 ряда провязываю без изменения. Убавляю с 2 сторон клина, 2 ряда провязываю без изменения. Всего сделаю так 3 раза. Далее продолжу делать убавки в каждом втором ряду. То есть один ряд провязываю без изменения, во втором убавка. И до тех пор я убавляю во втором ряду, пока у меня не останется 5 петель в каждом клине. Друзья, я не знаю, имеет ли смысл вам показывать на камеру то, что я сейчас рассказала, потому что первую макушку мы с вами провязывали, я вам показывала еще раз для закрепления результата. Сейчас, в данный момент, я выравниваю количество петель в каждом клине, то есть делаю сокращение, в дорожке одну петлю убираю и одну петлю в клине четвертом. Далее провязываю один ряд без изменения. Делаю убавки в каждом клине, в начале клина, в конце клина, по 2 петли вместе, в зависимости от узора. Если я должна провязывать лицевыми петлями, значит провязываю 2 вместе лицевой. Если изнаночными, значит провязываю 2 вместе изнаночной. Наклоны соблюдаем, помним, что наклоны у нас смотрят на нашу дорожку. В начале клина смотрит на дорожку, делаем с наклоном вправо, в конце клина с наклоном влево и наоборот. В начале клина с наклоном вправо, в конце клина с наклоном влево. Делаю 3 раза убавки в каждом третьем ряду. Далее убавки в каждом втором ряду до тех пор, пока в каждом клине не останется по 5 петель. И после этого я буду делать убавки в каждом ряду. Я думаю, что я на том этапе с вами встречусь и покажу и расскажу еще раз, как я это буду делать. Друзья, я только что сделала убавочку, и у меня осталось 5 петель. С этого в клине 5 петель. С этого момента я делаю убавки в каждом ряду. Провязывая по 2 петли вместе, я в этом ряду у меня останется 3 петли. В следующем ряду я провяжу 3 петли вместе с центральной петлей. У меня останется 1 петля в клине.
И потом уже я провяжу 3 вместе в следующем ряду, когда у меня останется одна петля в клине, я провяжу 3 вместе в дорожках. Друзья, мы с вами это все провязывали, и вы знаете, как это делается. Я вам просто рассказываю о ритме убавок. 2 вместе и 2 вместе с наклоном влево. Соблюдаем максимально узор. Дорожки тоже обязательно соблюдаем узор. 2 вместе, лицевая, снятая, 2 вместе. Переснимаем маркер, снимаем петлю, изнаночная, снимаем. Друзья, понимаете, у нас сейчас в клине остается 3 петли. Следующий ряд 3 вместе с центральной петлей в клине. А следующий ряд 3 вместе в дорожках. Друзья, все убавочки у меня сделаны. У меня в работе осталось 8 петель. Я обрезала нить и вдела нить в иглу. И так же, как и с первой своей частью шапки, по ходу движения рабочей нити и так, как петли расположены, не перекрещивая, не перепутывая их местами, переснимаем все петли на нить. Вот так вот вытащим ниточку. Оп! Раз, два, три. Все. Стягиваем макушечку. У нас, друзья, есть от шапочки внутренний хвостик. Вот смотрите, я сейчас вот эту ниточку пока не обрезаю. Мне нужно соединить все эти хвосты. Сейчас я выворачиваю шапочку. Я возьму крючок и вот здесь вот продену в полученное отверстие крючок и вытяну ниточку от первой макушки наверх. Друзья, я вытянула ниточку. Обратите внимание, что верхняя шапочка, она у меня вот свободная часть, да, вот она макушка нижней шапочки, да, как бы вам объяснить. Вот где-то на сантиметр, может быть, чуть меньше, верхняя шапка выше нижней шапки. Мне нужно зафиксировать вот эти две ниточки. Для чего? Для того, чтобы, когда ребенок будет носить, снимая, не вытягивалась внутренняя часть. Они будут зафиксированы в макушечной области друг с другом узелочками. Все, зафиксировали. И сейчас немножечко обрежу эти ниточки и уведу крючком не на изнаночную часть, а в полость между шапками, вот так, эти две ниточки. Все. Вот такая красота получилась. Друзья, до влажно-тепловой обработки я вам сейчас замерю длину шапки и ширину. Вот видите, показываю, как она смотрится изнутри. Вот она, макушечка. То есть вот это лицевая сторона шапочки. Вот так. Вот они наши 4 клинышка. Раз, два, три, 4. Вот. Расправлю сейчас и замерю. Длина от нижнего края, это до ВТО, 22 сантиметра. Ширина в нерастянутом виде, буду измерять по нижней части, тоже 22,5 сантиметра. Макушка от зоны формирования этого клина, где бы его, я еще бы его нашла, было бы совсем хорошо. Наверное, вот это вот первая убавочка. Вот давайте тогда вот так буду мерить по ряду. Вот макушка на 6 сантиметрах у меня сформирована. Друзья, все, проводим стирку. Если вы работаете этой же пряжей, то стирка при 30 градусах. Я буду стирать руками. Пряжа отдает окрас в воду, имейте в виду, потому что пряжа ручного крашения, первая стирка обязательно будет отдавать краску в воду. Ну и все, я на этом свой мастер-класс завершаю. Желаю вам ровных петелек. До скорых встреч в следующих видео.